Вот один из ракурсов вида на Московскую соборную мечеть и на вот эту вот постройку, не знаю, как правильно называется, но тут сегодня проходили молитвы по случаю праздника Курбан-Байрам. Большое очень помещение, но, конечно, все равно не справляется с тем наплывом верующих мусульман, которых сейчас в Москве очень много. Вот. Как говорят, сегодня было 70 тысяч человек. Вот. И вот здесь вот ведется строительство, вот это, собственно говоря, вот эти вот синие, ну, бараки, я даже не знаю, как их построить. Здесь живут рабочие, которые строят мечеть. И, как говорят, вот на этом месте, вообще, вот на этой площадке, видимо, и вот на этой автомобильной площадке, здесь будет комплекс и других зданий, принадлежащих мечети. Ну, что-то культурные, учебные заведения мусульманские, видимо, по образцу, вот, как у нас московский еврейский общинный центр или вот армянская. Сейчас диаспора строит храм со всем комплексом учебных там и культурных заведений. Ну вот так вот говорят. То есть скоро вот это все будет занято. Вот, культурно-религиозный мусульманский комплекс, скажем так. Как он будет называться, я пока еще не знаю. Такие вот здесь новостройки.